Ну что, друзья, у нас с вами третья неделя очень интенсивных тренировок. Будьте готовы, я всех рад вас видеть, что вы дошли до третьей недели, потому что именно в третьей неделе у нас будет очень много интенсива, так что будьте готовы. Мы, естественно, сейчас начнем с разминки. Итак, секундомер у вас в руках, либо секундомер — это я и это видео, и поэтому, друзья, все готовы. И мы с вами начинаем. Старт. Бег на месте, стопы также. У нас практически та же самая разминка, дышим. Вторая у нас часть будет такая очень интенсивная, очень мощная. Это основная часть, так что будьте готовы. Итак, минута, бег на месте, пока спокойно, ровно. Если вы чувствуете, что вам тяжело, то уменьшите темп и держите его чуть-чуть на низком пульсе. Либо, если вам тяжело, легко, наоборот, мы поднимаем колени немного выше, до угла 90 градусов. И держим темп. Руки работают в противоход ногам. Все то же самое, уже все знаете. Вы уже почти профессионалы. Фух, 20 секунд. Пока ровно, спокойно бежим. Отлично. Здесь мы с вами добавим элементы такой тяжелой артиллерии силовых упражнений. Будьте готовы. 9 секунд. И дальше у нас классические приседания, обычные. 5 секунд. Колени чуть выше. 2, 1, окей. Так, стопы здесь ставим на ширине ваших тазовых костей. Чуть-чуть поуже. И делаем фронтальный обычный присед. Носки строго вперед. Держим темп, делаем вдох вниз, выдох вверх. Очень важно следить за коленями, чтобы ваши колени не выходили за носки ни в коем случае. Я вам покажу слегка боком. Вдох, выдох. Держим ровную спину. Итак, 35 секунд. Работаем, слушаем музыку такую энергичную. Музыку специально подбирали под вас, друзья. Итак, 23 секунды. Что, третья неделя обещает быть очень интересной. Супер. Сейчас. 10 секунд. Осталось 10 секунд, всего лишь 10. 3, 2, 1, стоп, упор лежа, вниз. Итак, пресс напрягаем плечи, опускаем вниз. Здесь колено правое, левое. Правое, левое колено, подтягиваем груди. Пресс максимально напрягаем. 44 секунды осталось. Держим темп. Напрягаем пресс, 30 секунд. Концовочка. Двадцать секунд осталось, друзья, терпим. Держим ровную спину обязательно. Пять секунд. Окей, дальше, после этого блока у нас с вами следующее упражнение — jumping jack. Через стороны руки, ноги. Все то же самое. Практически вся та же самая разминка. Некоторые элементы силовых блоков мы с вами добавим, а так все то же самое. 40 секунд. Здесь мы тоже с вами работаем по темпу. Если вам легко, мы с вами увеличиваем амплитуду движения. Если вам тяжело, мы, естественно, уменьшаем. Держим темп. 25 секунд. Если чувствуете, что вы устали, друзья, начните, точнее, отдохните и начните с самого начала делать этот комплекс. 15 секунд. Хорошо, 9 секунд. И держим темп. Кусочек. Да. Есть, мы идем дальше. Ну что, у нас с вами обычная разножка вправо-влево с маленькой амплитудой. Также дышим и работаем в темпе. Хорошо. Итак, не забываем амортизировать все за счет носков и коленных суставов. Окей? Мягкая, ровная посадка. Руки работают вправо-влево. Дышим ровно, спокойно. Это всего лишь только разминка. 30 секунд. 30 секунд работы.
Я знаю, что вы можете сделать и больше, но для разминки нам этого достаточно будет сейчас всего лишь 6 минут и финиш. 5 точнее. 10 секунд. 5 минут работаем. 3, 2, 1, финиш. Ну что, встряхнули руки. Окей, встряхнули ноги. У нас с вами, как всегда, суставная гимнастика, разминка. Начинаем с колен, заканчиваем шеей. Окей, поехали. 20 вращений к центру, 20 наружу. Да? Давай. Вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И в другую сторону. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Окей. Встряхнули руки, ноги. Дальше. Руки на бедра. Вращение тазом в правую сторону. Поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здорово. Плечи. 10 назад. Итак, друзья, не забываем, что у нас эта неделя называется «Скорость, сила». Итак, будьте готовы, будет и скорость вам, будет и сила. И вперед. Хорошо. 6, 7, 8, 9, 10. Окей, локти. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, руки в замок. Вращение кисти рук. В одну сторону 10, в другую. Приготовились? Поехали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встряхнули руки. Ухо, 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 плечо. Поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, отпечатаем плеча, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, ну что, мы с вами едем дальше, двигаемся. У нас с вами основная часть, мощная основная часть. Времени всего займет 35 минут примерно, окей? С моими объяснениями чуть может быть больше. Ну что, для этого нам с вами понадобится амортизатор, который рядом со мной, рядом с вами всегда есть. Со второй недели он у вас должен быть. Поэтому, друзья, берите всегда с собой на тренировку тот инвентарь, который я вам говорю. Окей? Резиновый амортизатор. Скорость, сила, взрыв. Будьте внимательны. Итак, наматываем на правую и на левую руку. Уводим руки назад за спину. Вот сюда, в подмышки. Сделайте так, чтобы натяжение изначально было хорошее. Итак, на выдохе, покажу вам боком. На выдохе мы делаем жим вперед, соединяем руки вместе. Можно так, кулаки. На вдохе мы опускаем руки вниз и возвращаем в исходную позицию, окей? Итак, друзья, на выдохе. Выдох, вдох, возврат. Выдох, вдох. Готовы? Я засекаю. Первый старт. Поехали. Сейчас мы с вами работаем первую минуту очень ровно и спокойно. Да, чувствуем динамику движения. Ага. Механику движения четко выравниваем, выравниваем локти. Параллель с полом строго. И на выдохе движение, соединяющее руки, да, прямыми впереди. Так, 35 секунд. Хорошо. 30 секунд. Чувствуем, устали, отдохните, немножко отдохните и продолжите упражнение дальше. Все то же самое. 18 секунд. Десять секунд. На.
Есть. Окей. Берем паузу 1 минуту. Дальше. После этого блока, после этого упражнения мы делаем на самом деле это же упражнение, только более со взрывной работой. То есть движение не медленное, а очень быстрое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей? Через 40 секунд мы с вами начнем делать это же упражнение, только с максимальным взрывом. Приготовьтесь. Фух. Для тех, у кого нет амортизаторов и приобрел... Для тех, кто приобрел самый первый пакет начального уровня эконом, вы можете приобрести вот эти амортизаторы в любом месте, в любом спортивном магазине, даже в аптеке. Они продаются на всякий случай. Итак, 13 секунд. Будьте готовы. 10 секунд. Готовность номер один. Ты и я. 4, 3, 2. Давай, поехали. Чуть побыстрее, чуть поинтенсивнее. Само движение, оно должно быть взрывным. Можно его назвать двойным ударом, друзья. Секунд осталось. Я чуть передохну. Фух-фух. Вы можете продолжать. 25 секунд. Чуть помощнее, помощнее. Бам, бам, бам. 17 секунд, 16-15. 10 секунд. Давай. Да. Окей. Есть, на самом деле было реально тяжело. Ну что, минута отдыха. Фух. Минута отдыха. Мы с вами сейчас делаем обычные фронтальные выпрыгивания. Замах руками вниз. Прыжок вверх, окей? Итак, 40 секунд. И мы начинаем работать с вами 1 минуту в таком режиме. Будьте готовы. Так, шнурки помощнее завязали везде. И... начинаем. 30 секунд осталось. Будьте готовы. Фу. Ну что, я думаю, что вы прекрасно себя чувствуете. С таким видом на москусисе специально для вас. Мы делаем это специально для вас, чтобы вам было нереально круто с нами заниматься и нереально комфортно. 10 секунд. И мы с вами в Москва-Сити делаем мощный комплекс. 4, 3, 2, давай, взрыв. Ваша задача выпрыгнуть максимально резко, с максимальным взрывом, окей? Присели, вы нас рук вверх. Тридцать секунд осталось. Что вы чувствуете ноги? Я их тоже чувствую. В этом блоке, в этой тренировке мы начали с мышц груди. Да, вы это запомнили? Итак, 22 секунды. Ну что, у нас 5 секунд. Два. Еще раз. Есть. Стряхнули ноги. Фу. Ну что, мой секундомер говорит, что мы красавчики вообще. Так, пока дышались, минуту. Дышим минуту, отдыхаем, восстанавливаемся полностью. И начинаем работать практически в этом же режиме. Только с резиновыми амортизаторами. Итак, внимание. Фух. Мы с вами сейчас кладем амортизатор таким вот образом. Наступаем двумя ногами на него. Обхватываем амортизатор крест-накрест. Вот таким вот образом. Делаем подъем плечами назад. Опускаем плечи вниз. Ждем время.
И начинаем с вами делать приседы, отведения, приседы, отведения. Это что-то новенькое для вас специально. Так, 7 секунд, 6, 5, 4, 3, 2, давай. Правая, левая. Если вам тяжело руки держать здесь, вы можете опустить их вот сюда, либо здесь. Мы делаем присед, руками опираемся о бедра. Делаем отведение. Либо руки здесь, делаем такой же присед, натяжение остается. 40 секунд. Осталось немножко. Я чувствую, как у меня горят мои ягодицы. И, естественно, ваши тоже. Чуть-чуть подышим. Ну что, давай, осталось 10 секунд. Нужно их отработать по максимуму. Четкий мах. 5 секунд. Есть. Отлично. Ну что, идем дальше. У нас на этом тренировка, естественно, только начинается. Итак, друзья, амортизатор в сторону. Дальше мы опускаемся в планку. Встаем в планку высокую с ногами. Прыжки, разножка в стороны, возврат в исходную позицию. Будьте готовы. Через 30 секунд мы с вами сделаем динамическую планку высокую и статическую планку на локтях. Будьте готовы. 20 секунд. Мы сейчас с вами начнем жестко, мощно работать над мышцами центра, над мышцами ног. То есть, на самом деле, в этом упражнении задействуются практически все группы мышц, в основном мышцы-стабилизаторы. Будьте готовы. 7 секунд. Таймер перед собой. Итак, приготовились. Поехали. Темп. После этого мы не отдыхаем, сразу переходим вниз. Сразу. Окей. Держим темп, друзья. Максимально напрягаем пресс. Старайтесь максимально напрячь пресс, не прогибаясь поясницы, подкручивая таз вперед, держать идеально ровное тело. Давай. Тридцать секунд. Двадцать пять секунд. Работаем. для кому тяжело, для тех людей, кому тяжело выполнять это упражнение, вы можете делать стороны в стороны, возврат, возврат, то есть без сильной динамики. Окей? Можно делать так, без проблем. Сразу в планку встали. Окей. Стоим в планке. Пресс напрягаем сильно-сильно. Идеально ровное тело. 50 секунд. Если чувствуете, что ваши плечи устали, вы можете встряхнуть руки. Держим. Стоим, 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 стоим. Давай, давай, давай. Итак, у нас 18 секунд осталось. Я чувствую свой пресс. 10, 9, давай! 10. Ну что, финиш. Встряхнули руки. Отлично. Было действительно непросто и было очень тяжело сделать этот блок. Он был мощный и насыщенный. Сейчас мы с вами задействуем работу мышц спины, поясничного отдела, мышц широчайшей спины. Так что будьте готовы. У нас еще с вами два комплекса впереди. Будьте готовы. Нам понадобится с вами амортизатор. Мы наступаем на этот амортизатор двумя ногами. Вот таким вот образом. Окей. Крест-накрест.
Хорошо, ровная спина. Очень важно держать ровную спину. На самом деле это сложно технически выполнить это упражнение. Будьте внимательны, посмотрите, как я держу свою спину. Стопы на ширине плеч, круг плечами назад, обязательно плечи опустили вниз. Дальше мы опускаем руки вниз за счет сгибания тазобедренного сустава. И подъем. Ага. За счет наклона корпуса, больше так. Вдох вверх. Вдох, точнее, выдох вверх. Окей, приготовились. С идеально ровной спиной. Посмотрите на мою спину, она у меня идеально ровная. Окей? Итак, на счет 3-4. 3, 2, старт. Поехали. Ровная спина. Лопатки свели. Пресс напрягли. Держим темп. Хорошо. На самом деле это непростое упражнение с точки зрения техники. Так что старайтесь делать идеально ровно. Держите лопатки, ровную спину. Если вы чувствуете, что вам не хватает натяжения, вы можете взять резиновый амортизатор чуть-чуть пониже и добавить это натяжение себе. Дальше мы с вами будем добавлять наклон, тяга вдоль корпуса, очень важно, вдоль, локти прижали, вернули и подъем, окей? Итак, у нас остается 4 секунды, 3, 2, 1, поехали, 1, 2, 3, подъем, 1, 2, тяга, 3, подъем, ровная спина, окей, 50 секунд. Обязательно с первого движения начинайте сводить лопатки к центру. Держим темп. Хорошо. Итак, 25 секунд, 24. Чувствуем, да, нашу поясницу? Вот сейчас она реально работает. Делаем качественную, четкую тягу вдоль корпуса. Фух. Давай, 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 давай. Фух. Все. В спине. Здорово. Пришел конец. Ну что, сделали мы мышцы спины. А сейчас сразу поработаем мышцы пресса. Будьте готовы, будьте внимательны. Наша задача с вами лечь на пол. Окей. Мы сейчас выполним с вами всего лишь 5 упражнений по 1 минуте. Для тех, кому это будет очень легко, вы добавите еще несколько подходов. Окей? Ну что, давайте. Я готов. 20 секунд осталось отдыхать нам. Первое упражнение, посмотрите. Угол 90 градусов, ноги опускаем, и касание руками, пальцами рук, под коленом, право, левое, 1 минута, 3, 2, 1, окей, время, поехали, хорошо, все на выдохе. Так, друзья, пока делаем работу над мышцами центра, над мышцами пресса, одновременно любуемся красотами сити, нашего сити. Держим темп, максимально напрягайте пресс. Так, 10 секунд. Есть. Супер. Ну что, едем дальше. Дальше пресс. Подняли ноги. Руки на живот. Вытяжение и возврат колен. Окей?
Ну что, на счет 3-4. 3-2, я засекаю. Время пошло. Давай. Руки на живот. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Очень важно, чтобы ваша поясница была прижата. Очень важно. Если вы чувствуете, что у вас болит шея, что она у вас начинает уставать, старайтесь придержать ее руками, друзья. Чуть-чуть. Окей. 13 секунд. Стоит доделать. Концовка. Есть. Ну что? Ну что, третье упражнение на пресс. Будьте готовы. Ложимся на спину. Стопы на носки, пальцы вверх, ладони. И касаемся пяток через стороны. Поехали. Время идет, друзья. Минута. Старайтесь максимально, максимально втягивать мышцы живота в себя. В пояснице прогиба вообще нет, друзья. Итак, тянемся мощнее. Давай, давай, давай. Уф. Так, 20 секунд осталось. Концовка. Десять секунд. Фух. Ну что, следующее упражнение. Итак, от угла 90 градусов. Мы опускаем ладони на мышцы пресса. Утяжение, возврат. Окей? Приготовились. Только в позиции. Мы это делали упражнение вторым. Только в позиции. Ладони, опора вот здесь. Итак, утяжение, возврат. На счет 3-4. Давай, время, поехали. 30 секунд с одной ноги. Тридцать секунд с другой. Ну что, меняем ноги. У меня будет точно стальной пресс, не знаю, как у вас. К концу четвертой недели. Итак, 7 секунд. Есть. И пятое упражнение, мощное упражнение в планке с вращением бедер вправо-влево. Будьте готовы. Переворачиваемся в планку, встаем. Окей. Итак, стопы на ширине ваших тазовых костей, вращение вправо-влево. Давай. Ух, чувствую, что реально будет каменный пресс. Итак, осталось всего лишь 35 секунд работы. Если вы чувствуете, что вам тяжело стоять, можете просто поставить в планку. Да, если вы чувствуете, что вам и здесь тяжело, но вам уже не должно быть тяжело после двух недель, вы можете опуститься на колени. Все то же самое. Вращение таза. Семь секунд. Итак, друзья, чувствуем пресс. Косые мышцы, межреберные. Супер. Фух, концовка. Ну что? Фух.
Итак, мы с вами наконец-то закончили третью неделю. Точнее, комплекс на третью неделю, потому что вам еще предстоит его сделать достаточно долгое количество времени, чтобы перейти потом на четвертую. И поэтому, друзья, у нас сейчас с вами легкая заминка. Будьте внимательны. Очень-очень легкая и очень простая. Мы снимем нагрузку небольшую с нашего организма, с наших мышц. И просто тупо расслабимся. Ну что, поехали? Поехали. Встряхнули руки, встряхнули ноги. Сделали вдох, подъем рук вверх. И на выдохе опустили руки вниз. Итак, от подбородка мы скручиваемся вниз, позвонок за позвонком опускаемся. Касаемся пола, расслабили руки, повращали головой вправо-влево, встряхнули руки. Хорошо, корпусом покачали, медленно, плавно поднимаемся по позвонкам вверх, позвонок за позвонком. Сделали вдох, выдох вниз. Отлично, большие пальцы назад. У нас практически все то же самое остается на разминке. Плюс-минус добавляются элементы упражнений различных. И, естественно, на концовке. Супер, сделали вдох, выдох, вниз. Итак, правая пятка к ягодице. Правая пятка к ягодице, колени вместе. Держим. Тянем переднюю поверхность бедра. Опора пятка. Оба колена чуть согнули. Руки на бедра. Ровная спина, наклон вниз. Тянем заднюю поверхность бедра. Ну, это вы уже тоже все знаете. Окей, поменяли. Левая пятка к ягодице. Колени вместе, держим баланс. Чувствуем растяжение передней поверхности бедра. Слушаем клевую музыку. Опора пятка, руки на бедра, таз назад. И также чувствуем растяжение задней поверхности бедра. Подъем. Отлично. Еще раз сделали глубокий вдох, руки вверх. Вытянулись. На выдохе вниз. И еще раз глубокий вдох, руки вверх. Вытянулись вниз. Стопы ставим чуть шире, делаем наклон вниз. Остаемся в этой позиции. Чувствуем растяжение задней поверхности бедра. Расслабили руки, корпус, плечи. Тянемся к правому носку. Тянемся к левому носку. Подъем вверх. Отлично. Еще раз вдох. И... выдох. Ну что, комплекс закончен. Я желаю вам удачи в третьей неделе. Вам предстоит много поработать. Итак, друзья, делайте этот комплекс так, чтобы я вами гордился. Каждое упражнение внимательно слушайте и используйте все элементы, о которых я вам рассказываю. Если вы тренируетесь со своим другом, либо с подругой, то старайтесь контролировать технику, окей? Ну что, всем еще раз спасибо, и мы с вами переходим на четвертую неделю совсем скоро.